Имидж студия «Лаптерия», что в переводе «раковина», в которой зарождается жемчужина, в известном в Сочи гранд-отеле «Жемчужина» открылась накануне фестиваля «Кинотавр» в прошлом году. Студия стала местом, где яркий образ кинодив стал реальностью для сотен женщин. Кроме того, сами звезды российской сцены и кино, в их числе Екатерина Гусева, Любовь Казарновская, стали клиентами студии «Лаптерия». Один из секретов такой популярности – уникальная линия косметических средств. У нас есть эксклюзивная марка «Мария Галан», которая в Сочи больше ни у кого нет. Это марка класса люкс. Также у нас есть косметика для визажа face-to-face. Этой косметикой пользуются звезды наши все, и отечественные, и зарубежные. Это английская косметика. Также у нас для волос тоже есть косметика американская PPI, которой пользуются голливудские звезды. Еще один секрет успеха имидж-студии «Лаптерия» – это профессиональные мастера. Они проходят обучение у лучших в мире красоты и стиля. Обстановка душевная, теплая. Интерьер выполнен в неаполитанском стиле с морской тематикой. «Лаптерия» – отличное место для отдыха и приятных встреч. Здесь о красоте и здоровье знают все. Массаж, солярий, обертывание, мгновенный лифтинг, закрашивание татуировок, услуги парикмахера, косметолога, мастеров маникюра и педикюра. А еще уникальный спа-комплекс, который предлагает программу «4 стихии». Это еще не полный спектр услуг имидж-студии. Так как мы имидж-студия, да, то есть мы полностью создаем образ, это и прическа, и макияж, также наш имиджмейкер и профессиональный шопер может подобрать полностью гардероб. И бижутерия – это тоже как дополнение к образу. Все в лимитированной серии, это натуральные камни. Совсем скоро имидж-студия «Лаптерия» отметит свой первый день рождения. К большому празднику начали готовиться уже сегодня. Друзей и партнеров студии ждут мастер-классы и приятные сюрпризы. «Лаптерия» ждет своих клиентов на первом этаже гранд-отеля «Жемчужина». Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.